Здравствуйте, с вами снова Джимани Транс. В сегодняшнем видео я вам покажу, как делать внутренние переводы по Корее. Поехали! Итак, вначале обязательно нам нужно авторизоваться. Нажимаем кнопку «Авторизоваться». Мы в системе. Внутренние переводы – вот та функция, которая нам сегодня нужна. Нажимаем. Высвечивается сразу банк получателя, номер банка получателя. То есть выбираем банк, кому мы хотим отправить. Вы можете отправить также другу на его JimoneyPay аккаунт, если он уже зарегистрирован, либо на его банковский счет, если имеется. JimoneyPay, либо банковский счет. Я вам сейчас покажу, как отправлять на банковский счет. Например, на Kukminbank. Здесь вписываем номер банка получателя. Нажимаем «Далее». Итак, вводим сумму, которую мы хотим перевести. Так как это внутренний перевод, естественно, будет взиматься комиссия в размере 600 вон. Это нужно учитывать. То есть вводим сумму, но я могу себе отправить только 9400. Готово. Комиссия за отправку 600 вон. На счету у меня JimoneyPay 10 тысяч вон. Отправляем. Отправить. И снова он запрашивает пин-код для транзакции. То есть это ваш личный пин-код, состоящий из 6 цифр. Вводим. Нажимаем Complete. Он уже грузится. Итак, готово. Вся информация о переводе. Нажимаем «Готово». Деньги уже снялись и перевелись на другой банковский счет. На этом все. Будут вопросы, также можете обратиться с нами к нам через чат поддержки, либо через звонок в колл-центр. Будем ждать. Всегда рады вам помочь. До свидания.